Орджоникидзевский район стал лидером практически по всем показателям в сфере недвижимости. Причины объяснили эксперты. Сбербанк открыл кредитную линию заводу новой фитинговой технологии. Предприятие направит средства на строительство производства. Агрофирма «Ключи» начала строительство второго молочного комплекса. О сроках ввода в эксплуатацию рассказали на предприятии. На РБК «Новости» в студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Орджоникидзевский район стал лидером по количеству введенных квадратных метров жилья на одного жителя. Рейтинг района в Перми по основным показателям в сегменте жилой недвижимости за 7 месяцев этого года подготовил аналитический центр «Медиана». По стоимости квадратного метра жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, а также по величине арендной ставки в квартирах, лидирующую позицию в доступности вновь занимает Орджоникидзевский район. Здесь самые низкие показатели. В том же районе больше всего предложений на вторичном рынке. По количеству возводящихся домов в первом стал Мотовилихинский. Эксперты поясняют, что первые позиции скорее аутсайдерские, так как район отдален от центра, поэтому и цены там ниже, и застройщики возводят там жилье эконом-класса. Рынок вторичного жилья в Орджоникидзевском районе вступает в конкуренцию с рынком первичным. И наряду с выбором покупателя купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке, покупатели выбирают новостройку. Соответственно, вторичный рынок Орджоникидзевского района, можно сказать, что он стоит. И большой динамики продаж не показывает. Соответственно, и его ценовые характеристики, они, соответственно, в рост не идут. По степени стабильности цены квадратного метра жилья впереди вновь Орджоникидзевский район. По результатам июля квартиры здесь потеряли в стоимости всего 1,4%. Эксперты прогнозируют, что на рынке первичной недвижимости отдаленные районы будут продолжать лидировать и в будущем. Из-за того, что там больше места для комплексной застройки, соответственно, и застройщики смогут предлагать более низкие цены на квадратные метры. Сбербанк открыл кредитную линию на 2 миллиарда 200 миллионов рублей заводу новой фитинговой технологии. Запуск крупного промышленного производства в Чайковском запланирован на январь 2017 года. Эта поддержка позволит реализовать инвестиционную фазу проекта согласно плану-графику в заявленные сроки. Завод будет специализироваться на выпуске соединительных деталей трубопроводов. Их основным отличием станет способность выдерживать высокое давление прогоняемого по трубе вещества. Объем инвестиций в проект составит около 4,5 миллиардов рублей. По предварительным оценкам, на заводе будет создано 1000 рабочих мест. В сентябре предприятие аттестовало первые технические условия и внесло их в реестр поставщиков трубной продукции «Газпрома». Аналитики американской корпорации Fitch предсказали, что к 2018 году российская валюта может укрепиться до 60 рублей за доллар при условии, что нефть поднимется в цене до 45 долларов за баррель. Пока рубль уступает позиции, доллар вырос в цене на 16 копеек, курс на завтра 64,97. Евро подорожал на 19 копеек, курс Центробанка на четверг 72,94. Агрофирма «Ключи» в Чусовском районе начала строительство второго молочного комплекса на 1200 голов. До конца года компания планирует сдать в первую очередь. Параллельно завершается аналогичная стройка. Об этом телеканалу рассказал глава сельхозпредприятия. Год назад в Шибаново была открыта первая очередь комплекса на 600 голов. К ноябрю 2016 планируется завершить стройку второй очереди на такое же количество дойного стада. Размер инвестиций составил более 350 миллионов рублей. С окончательным пуском новой фермы объемы возрастут с 27 до 40 тонн молока в сутки. Второй такой животноводческий комплекс агрофирма начала строить на базе муниципального унитарного предприятия «Рассохи». Правда, субсидирует ли этот проект регион, вопрос пока открытый. Ключи выкупают у МУПа «Рассохи» активы и организовали там новое предприятие ООО «Рассохи». Самая новая технология. То же самое, что и шибановского комплекса. На сегодняшний день пока в программу не включены. Инвестиции предприятия в Рассохинский молочный комплекс составят 350 миллионов рублей. Закончить его строительство «Ключи» намерены в следующем году. На обеих фермах будет трудоустроено 200 человек. К 2018-му в планах закончить и строительство 13 километров дороги, которые соединит строящийся шибановский комплекс с центральной усадьбой предприятия. Далее о погоде. Оставайтесь на РБК и хорошего вечера.